Всем привет! Сегодня мы будем говорить о манго. Всего в мире насчитывает более 70 видов манго, сортов манго. Все они отличаются по цвету, по форме, по вкусу, в конце концов, по размеру. У нас представлены три вида манго тайского. Это вот классический желтый манго, это такой шарик манго Артуиту, и то манго, о котором мы сегодня будем говорить, это манго гигант весом около 1 килограмма. Оно огромное, тяжелое, очень ароматное, поэтому мне прям очень хочется его разрезать и посмотреть, что же у него внутри. Давайте попробуем его. Я не помыла. Вообще, на самом деле, у меня было столько сортов манго, что прям не перечесть. И я выбираю только самые лучшие сорта, и поэтому... И всегда все пробую. Вот. И вот это манго мне тоже очень интересно попробовать и рассказать вам, на что похоже, какие оттенки вкуса. Давайте смотреть. Оно, конечно, огромное. Бог ты мой. Как оно режется. Сколько мне... Обалдеть. Смотрите. Оно невероятно крутое. Какой ее аромат. Мне кажется, оно вообще потрясающее. Вы представляете? Манго размером в 1 килограмм. И я на самом деле впервые такое вижу. Ох ты. Вот. Класс, да? Попробуем. Какое же оно сладкое. Оно просто невероятно. Посмотрите, как оно просто отделяется. Оно даже не похоже. 100% манго без волокон, оно не волокнистое. Оно потрясающе сладкое, ароматное, вот это желтое манго. Вы только посмотрите. Вот я прошлась посередине, да, разрезала, но я даже не достала еще до косточки, то есть у нее еще столько мякоти. Я так понимаю, что у нее очень тонкая косточка, маленькая, поэтому манго здесь очень много. В общем, пробуйте, экспериментируйте, сортов очень много, и все они разные. Жду вас в гости в своем магазине.